Нахренел? Всем привет, друзья, с вами Анзерен, Хамстер Дед, это Конан Эксайлс, мы продолжаем наши выживания. Да, всем привет. О-ля-ля. Сегодня, короче, мы отправляемся на убийство двух боссов. Я посмотрел, где это находится, короче, смотри, это находится, знаешь, где? Открываешь карту, видишь безымянный город? Да. Видишь его, получается, юг, кончину, вот стенку юг, южную? Я не знаю, где здесь юг. Ну, допустим, север, юг, запад, восток. Ну, ориентируйся тупо. Да, ты мне стороны говори, не хочу я ориентироваться. Вниз. Ну, вниз. Видишь, там вода идет вот эта. Внизу вода, ну, речку да. Вижу эту. Только не вот эта, которая идет изгибом, по которой мы бежали до ну, нас. Я понял. А вот эта внизу. Ну, да. И там, видишь, она кончается. Там, типа, как срань какая-то, как... Да, ну, да, типа, да, дамба, да. Не дамба. Короче, там находится первый босс. Ну, пошлись. Да, я посмотрю, у нас кровь демона. Да, у нас есть кровь демона. Ну, ладно, врубай. Башня. Да врубай, побежали тут прямые. Один раз ты просто... Нет, там упадешь. Подожди, мы правильно бежим? Да. Так, тут надо залазить. Сильно? Вообще никак. Блин. Да я говорю, я там с такого расстояния падал, что думал, все, хана. Песок переливается так прикольно. Ну, да. Я говорю, движок Unreal Engine 4, он красивый, он прикольный, но он такой небалансный, такой... Все, я сейчас упаду. А, нет. Жопошный, короче. А, не могу. Сюда побежали. Че? Да, гонишь. Ну да. О, тут эти, стражи. Ага, конечно. Замечтал он тут. Давай. Кончайся. Еще есть? Кикэмона. Так, ну нам туда пошли. Кстати, этот босс, если я не ошибаюсь, он вроде легкий. Да ладно. Он как типа ведьма будет это. Королева ведьма. Да не скажешь, ведьма. Что она была легкой. Да легкая, вообще на изи. Ну поначалу правильно, когда если играть на ваниле, ты с ума сойдешь. Я не люблю зависеть от игры и не люблю вот этот вот мазохизмом заниматься. Соответственно, в арке тоже. Поэтому как бы я делаю свои настройки сервера. Давай, блин, и прям чтоб хрустануло у коленка. Сейчас. Ты смотришь на это? Давай. Попрыгунчик. Попердунчик. Ну да. Так, а здесь мы... А мы здесь не были, кстати, да. А, прикольно. Ну это не баг, конечно, это типа так же сделано, что... Видишь дырку между полом и стенкой? Вот ты прям на нее должен сейчас смотреть. Лёха. Вот здесь. Хрен ее знает. Короче, тут текстуры просвечивают. Ты где? Я здесь. А, вижу. Так, ай, скверно. Ноу. Здесь должно быть где-то колесо долбанное. Ну, может, даже не здесь, а он там внизу. Там люди. Накажем. Вот, наверное, этого урода какого-то из них одного надо затянуть на вот это вот кольцо. На какое кольцо? Ну, тут есть какое-то кольцо. Я не знаю, где оно должно просто быть тут. Будь здоров. Спасибо, извиняюсь. Все мы люди. Ай, больно. Ать. Колесо боли надо затащить. Нет, короче, там типа как люк будет большой. На него тупик надо завести человека. Я.
Пошли туда зайдем, короче, просто. Ну вот, есть что-то. Вот, надо... Давай по одному. Давай. Давай мы тебя в жертву принесем. О, смотри. Видишь, и пошел. Ну это хорошо. Там написано, можно игрока привести в жертву. Принести. Не, так ты же тэпнешься. Тогда тебя. Нет. Ну, что ты? Я еще молод. Так, давай кого-нибудь выберем. Отхерачим. Да вон слева пошли возьмем. Да вот он, собственно. Пошли, пошли туда. Пошли. Пусть догоняет лошпедина. О, он бежит нормально. Ой, ты лох. Давай его сюда. Чувак. А он ничего не подозревает, он лошара. Лошара. Лошара лит кантаре, факелом помордали. Он... Я на нем стою. Хая, блин. Открывайся. Пока. Слушай, о, а там красота. Может быть секретка наверху. А, нет, не может быть. Да сиди, какая там секретка. Просто нет. Это типа дверь. Не это. Там можно залезть. Опа-на. Всосались. Конан Эксилис. Так. Вы выучили талант копатель. Копатель онлайн. Кстати, дай посмотрю, у меня все нормально? Да, все, рецепты вернулись. Прикинь, мне вообще крополя не хватает. Так, это вода. Это сундук. В сундуке говно. Там кирпич был, ну ладно. Я его сам не подобрал. Любовь моя, приди, взгляни. Я, кстати, набрал травы этой. Светящейся. Сейчас, ты где? Вперед пошоть. По дорожке? Ну почти. Типа, да. Приди, взгляни. Так. А тут ничего нет. Просто кислород. Просто пузырьки. Блин, а я забыл. Нам сюда не попасть. Блин, ты об этом раньше не мог сказать? Я забыл, что здесь нужен лук вроде, чтоб камни какие-то разбивать. Какие? Или стрелять в них, не знаю. Но я надеюсь, здесь все пофиксили, или не надо будет этим заниматься. Я, блин, лук выкинул, он у меня был. Нас ждут, короче. Блин, пары какие-то здесь. А ты беги. Невозможно. Чего, простите? А не здесь ли надо по камням, по каким-то стрелять? Куда, в кого стрелять? Что у нас, почему нас не обучают? Куда надо стрелять? Ну, здесь я уже хз, там не было. Там просто нету подробного описания, что делать. А, вон, колонна, видишь, вон, с луком. А, ну-ка, уйди-ка. Здесь томагав какой-нибудь кинуть куда? Нет, это не робит, чувак. Нам нужен лук. А лук делается... Ну, можно, в принципе, его... Палки нужны, ветки и бечевки. В принципе. Так. Ветки, бечевки есть? Бечевки есть. А ветки? Нету. Плохо. А у меня трава есть. Да, в принципе, и бечевок нету. Я ничего не могу. А, стрелы делаются из костей. Ну...
Придется возвращаться, значит, пошли. Хотя подожди, нет, вот. Говно и палки. Да, мне кажется, здесь... Давай, бичу, давай это... Не, я как... не могу сделать. Не, нет, в том-то и дело, что я думал, что могу. Подожди, у тебя бичевка есть? Не, нету, откуда? Хлыст есть. Нет. Подожди, чё я туплю? Сейчас сделаем. Сейчас все будет. Так, лук есть. Стрелы. Нужно перо и нужен камень. Твои налево. Или кость. Две кости есть у тебя? Нет, костей нету тоже. Да фак, ну почему? А перо одно. Тоже нету, да? Так. Но я с этим запрыгивал. С камнем, с руной. Да, ты правильно пробуешь, да. Блин, перо нужно сраное. Да залезь, у тебя ж руна есть. Используй ее и типа через shift зажми и прыгни, тебя докинет сюда. Подожди, может я кости добыть смогу? Угу, конечно. Вот, залазь сюда, да, залазь. Руну юзни. Потом контр... Ну сейчас, сейчас. Теперь shift и прыгай. Ну ладно. Давай так. Давай я залезу. Давай я тебе помогу. От меня отпрыгни. Да в жопу. Не-не-не, давай. Вот так. Смотри, залазь на эту дичь. Блин, где тут добыть бы срань эту? Нужно или две кости, блин, или перо. Почему тут кости нельзя собирать? Ну пойди что сюда, за... Лёх. Дискриминация. Да подожди ты. Блин, лянь, там не хватает, и тут не хватает одного материала буквально. Ну я шо, про задрот, стой, что ли? Стой, 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 да нет. Я тебя сейчас подсажу, даже не, на, не надо юзать. Давай, запрыгивай на меня, сможешь? Нет, ладно, запрыгивай на меня, вот что я хотел тебе показать. На меня залазишь? Да, а что там, вон, вверху, блин, эта текстура. Ну, давай вот так. Залез? Подпрыгни, я встану. Да, давай. Хорош. Да, нет, нормально, все, сейчас я. Я надеюсь, дальше не понадобятся нам стрелы, а то, ага. Жить весело будет. А тут ты как запрыгнул? В смысле, по порожкам заходишь. А. Открывай дверь. Ну, сработал скрипт. А чё он не сработает? Мы-то попали сюда. Иди, любовь моя, иди. Да, сука. Серьезно. Я ж тебе сказал. Давай. Там было написано так вот. У меня лук есть, я тебе говорю, нужны только стрелы. Мне нужны или... А мы назад уйти не можем. Ну все. Прочитерил, вот тэпайся не теперь домой. В смысле прочитерил, ты чё? Вот тэпайся домой теперь, мы нам отсюда не выйти, у нас нету стрел. У меня есть лук, но у меня нет стрел. Вот как хочешь, живи теперь, вот. Чем стрелять? Нечем стрелять, вот, все. Если у тебя есть левитация, научи меня летать. Да, блин, да. И, ах, если бы она была. Ни одна руна не работает для изменения. Ну, сейчас я посмотрю, может, что еще сработает, конечно. Я тебе говорю, мне нужно или перо, или кость. Две кости, точнее, человеческие, или какие-то. У меня есть кости. Ветки, но у меня есть кость дракона, я не знаю, подойдет тебе. Нет, нужны просто кости.
Просто кости такие вот, груда костей. Или перо одно. Ни того, ни другого. Ну все, тэпайся, давай, что мы будем время тянуть? У нас еще босс будет впереди. Второй. Ну, да, ни одна. Ни то, ни другое. Сука. Пидоры просто. Так, тогда давай телепортация домой. Блин, я надеюсь, я не просрал клинки из-за тебя с твоими телепортациями. В смысле, ты их выкинул? Я их перенести хотел на слот обратно, и ты тэпнулся. Ну просто, я не знаю, это грандиозно. Просрал? Короче, в жопу эту игру, походу, нахрен. Нет, благо они откатились. Ехать, лаги. Где кости сраные, блин? Да у нас самих луков, да, жопы. Что-то все, оно лагает, как говно мамонта. Короче, игра ни о чем просто. Вроде интересно, но говно. Ты где кости все? Неужто ли я их все перетолок нахрен в пыль? Ну вот эти перья. Давай перья. Вон у меня. Где они тут? Не, вот, да, в этом. Чего, простите? А чё так мало стрел-то? А, двадцатка, нормально. Пошли назад, давай. Ты что, там сохранил метку? Прям в самом этом, что ли? Ну, не в самом, там возле, я не знаю. Ну, вот, около большого там добежать надо опять будет. Ну, давай добежим. Вот, около большого, где этот членикс был. Ну, аж здесь. Воем! Ты если видишь, что она такая... Охренеть, ты там улетел. Не, я просто прыгнул. А ты где? Я не долетел. Молишься? Ну, понятно. Опять здесь. О, слушай, дай ей, давай убьем его. А что ты от него хочешь? Опыт. У меня сейчас уровень будет. Скверный душит, козел. Скверно накапливается, нужно танцовщица. Вон, у них стрелы, ёптать. Надо было просто взять. Короче, слышишь, вон. Проворство на максимум качаешь. Длинные прыжки, прыгните, находясь в воздухе. Двойной прыжок. Да? Да. Ясно. Ну-ка. Да он не всегда прыгает, блин. Инерции не хватает. А ты что, думал, в сказку попал, что ли? Ага, конечно. Ёп твою. Ух ты. Красиво. Не-не-не, я успел. Тут я прыгать больше не буду. Легче. Я не задамажился, но лечение прекращено. Ну я так, малую малость. Вон, возвышенность Эльгра, Элгра, без мягкого знака. И чё здесь? Хрен его знает. Там много чего есть. О-о-о, здесь какие-то танцы, танцы, Лёх, танцы. Во, китайский танец, тут танец можно изучить. Да блин, да где ты вообще? Да что за дискриминация? Пошел ты нахуй. Я не бегал. Я просто спустился вниз и все, и не прыгал. Иди сюда. Я внизу уже, все, иду. Все, иду, я тебе покажу потом, где. Открывать. А, так. Она еще и закрылась, эта срань. Ну класс. Опять кого-то ловить надо. Да уже бежит негр, блин. Иди сюда. Что, ты не видишь духов?
Лошара, блин, тупорылая. Да открой твоя кровь, блин, эти врата. Я тебя жду. Да открывай. А, ты уже? Да. Надеюсь, второй раз дадут войти. Там все темнее и темнее, и погружаемся мы в пучины жопы млечной. Оу. Оу. Толпа дарфарийцев загнала нас в старые развалины. Это был тупик, и мне показалось, что смертный час настал. Добрый Симат смело рванул вперед, чтобы пробиться наружу, но его зарезал вождь Дарфари. Свирепый дикарь с грязью и ветками в волосах. Пришла пора последней схватки, но тут пол в комнате задрожал, стены тряслись, земля ходила ходуном. Дикари с воем бежали в проход, когда земля под ними начала вздыматься. Лестница. Вот вход, который мы искали. Мне понадобилось всего ничего времени, чтобы закрыть Симату глаза и забрать его скарб, а затем сбежал по лестнице во тьму. Когда глаза привыкли к отсутствию света, моему взору открылась большая пещера. Что за вид? На полу плещется вода, но глубина здесь по лодыжку. Над темными омутами, глубину которых я не берусь представлять, горят призрачные огни. На кромке воды растут светящиеся растения, а в самой воде двигаются большие животные. Надо быть осторожнее. Если сокровище и правда здесь, его надо найти, не распрощавшись жизнью. Алёха уже по тапкам втащил. Не, я хожу, смотрю. Да? Я думал. Не, сейчас тут эти воротину откроют, пока призраки. Так что можешь бежать ко мне. Да бегу. Нужен да хвост. Открывай. Да? Она не открывается. Она не откроется без меня? Собаки. Что, блядь? Башка слишком высокая, да? Я теперь это представил, как это там было сейчас. Да, посмотришь, я тебе, блин, эту гифку сделаю нахрен. Давай, Дарфари, ну-ка. Найс. И что ж будет? Панельки выдвинутся. Какие? А, да, панельки, Лёха, ага. Ну тоже неплохо, чё? Нет, это неплохо, но я говорю, да, конечно, панельки. Айщиндо! Блин, да жопошники. Что это за ищахасана, мой, блин? Вон один. Это Гарри Поттер и засанная комната. Ты... У тебя меткости-то хватит? А то хватит. Мы не качаем ничего. Там меткость ни при чем. Поплыли. Ты прикинь, за ноги какая-нибудь хреняка укусит. Блин, я думал, все, плавать нельзя. Я тоже так подумал. И чё теперь? А, вот куда нас подняло. А то утонем еще. Блин, ёптать, смывай. Там шипы, что ли? Я аж испугался, что там шипы. Да. На бутылочку. Ты сломаешь сейчас систему, чувак, она еще не выдвинулась. Давай. Ха! Открывайте, псы. Надеюсь, мне стрел хватит. Это все? Нет. А здесь что? Какой-то лабиринт стрёмный нахрен. Нус. Это нам типа успеть надо проплыть лабиринт или чё? Думаю, да.
Там сундук, открой, ёпт, о, полетел. Там сундук? Да, справа, вот, справа, да. Ну и тут стрелы, перчик, специи. Бери камень. Стрелы хотя бы. И на центр давай. Хорошо. Так, ну здесь ладно, можно воспользоваться твоей читерской приблудой. Где, Лёха? Я внизу, откуда нельзя выбраться. Вот, вода наполняется, стартует. А. Все, нормально тогда. Вот здесь, короче, юзать надо, наверное, прямо отсюда. А на самом деле, что нужно сделать? В жопу, я не деле, буду... На самом деле, не знаю, там вода должна была наполниться. Я так лететь не буду здесь, ну его нахрен. О, это нас ребята он? Встречают. Это босс? Да, да. Видишь, как сильно бьет? Смотри, какая у него комба. Да не то чуть слово. Не убил, ёптать. Иди сюда, тварь. Бля, скирот, куда я упал? Да почему протухшее мясо? Да чтоб его! Ты тюмом! В жбан. Ай-я, ай-я. В ляжку ему зарядил. Да хватит, хватит, победил ты их. Точно? Успокойся. Ты не шутишь? Что это за канализация такая, блин, бесконечная? Это... Новобытная. Да я хочу запрыгнуть туда, но ебать. Невозможно взебрить. Вон эта срань, а как стрелять? Я ж не могу из воды стрелять. Прокатитесь на подъемнике, у меня задание вообще. Понимаешь вообще, что надо делать? Ну я как бы уже здесь. То есть, типа... А, нет, не здесь, надо выстрелить. Тут вот есть, мне бы лук. Но лук я не сделаю, да? Ну да. Пойдешь? Почти, чуть ниже надо было. Нечем стрелять. Фак. Сейчас я приеду. Да ладно, у меня еще двадцатка есть, не ссы. Я просто не ожидал, что она будет настолько ровно лететь. Есть. Фак. Почти долетел. Галилео. А куда Нуна-то? Вон, налево, да, налево. Туда, что ли? Да. В воде костер горит, ёптать. Так он мистический, а ты уверен, что нам сюда надо было? Вот сюда, да. А, здесь это сломано. Да. Ой! Что? Ты слышишь? Ты не слышишь, как это говно орёт там? Ну я слышал. Ты слышал, как ишаки орут? Ну такие... да. Вот и тут то же самое. Любовь, теперь ты моя. Там, наверное, они это сношаются что-то. Костями трутся. Ох. А, это Личинус. Это не тот босс. Да и шо плюешься, сука. А, ну и типа и чем его стрелами убивать? Это же гребаная личина. Иди сюда, Лёх, сейчас, подожди.
Блять! Травишься? Кислотная пука. Иди сюда. Тут щит. Что, реально его щитом убивать? Нет, я щит поставил, чтобы вот, личинка, жопа, 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 жопа. Помогай. Ай. Чуть не попал. Ай. Воу-воу-воу-воу. Стой, оно пока выдержит. Кастуй новое. Да кастую. Сейчас. Все. Еще кастую новое. Ты умер, что ли? Нет. Я выманиваю этого козла. Блин, кислотой обдает жестко. Блин. Да что ж он это? Он даже не достает, что за тупость. О, а вот кислота пробивает, ну да. Щит. Но он только от этих. А, щит не пробивает вообще. Понятно. Что ты его всосал в бездну? А я его этой саданул. Письмо изучи, не забудь. Глаз бездны. Плоть бездны. Меч бездны, кинжалы бездны. Ядовитый газ какой-то попёр. Да он уже выдохся. Или нет? Посох триумвирата. Мне надо что-то сбросить. Но я не знаю, что. Что-то в перевесе? Плоть твари, именуемой отзвуком бездны. Его пожарить можно, сожрать. Давай домой тогда. Тут все, да? Да, все, это его и надо было замочить. Угу. Он тебе давал что-нибудь там? Камни какие-нибудь, кристаллы, осколки? Посох триумвирата дал. Ну это он типа как квестовый, да? Как маску да, с ключом. Да. Все, я понял, окей. Но это можешь выложить там в сундук. Я забыл в какой. Вот здесь вроде. Где-то. Я выкладывал эту срань или нет? Я куда-то маску с ключом выкладывал. Блин, ну я вот полагает. Посох триумвирата положил этот. А где мечи? Где их тут изучать? Ну тут нет. Явно не тут. А, из этого говна и хор можно делать. Да? Прикинь. Дела. Так я погляжу, у нас нет дерева. А, у меня ж он сломался. О, да это и хора сейчас много нахреначить можно сразу же. Хреначу. Плохо. Хреначу. Клык бездны. Так, ты чё не работаешь? Нам бы уголька, конечно, побольше. Ну да, здесь вообще кончился. А тут 20 осталось. Ну правильно, там сколько он фигачил? 500 мяса жарил? Ну. Осколок силы. Ингредиент. А его использовать можно. А зачем? А его типа сожрать можно. Так, стопы, а это я наверх там что ли его засунул, свою кровь. Нет, а где моя кровь вся?
Какая твоя кровь? А, да я тут выкладывал кучу крови, она куда-то делась. Странно как-то. Бывает в жизни огорчение. Тогда несколько сделаю еще. Нахренять 5000 надо. Ой, я хоть бегать могу. Короче, в чем прикол? Мясо это жаришь, оно жарится, и с него еще выделяется вот этот эхор. Оно в чане будет с кашей. Если проголодаешься. Так, а эхор куда? Ты не помнишь, куда я его закидывал? Без понятия. Серу знаю куда, и хор не знаю. А, вот, вот сюда, в эту печку. А, ну вот, собственно, маска и ключ. Да, здесь они, значит, лежат. Глаз. Но есть еще глаз. А, не знаю, что там за глаз. Противогаз. Кучка чего-то светящегося. Прикольно. Кровь демона оставить. А чё она? По 20 стакается только. Странно, как этим о, пользоваться. О, сейчас пойду это, пчелок, короче, да, кутить. Ты же там нужно было. Они все равно делают. Вон, меда у нас 140, ё-моё. А в чем прикол тогда? Ну, наверное, быстрее все будет делаться, и, скорее всего, пчел будет больше, она, может, их рожать будет. Или наоборот, из пчел ты делаешь мед. Как бы это тупо не звучало. Ну да. Хотя и так вроде добывается все. Так, пойду бошку выдавлю, короче, на прессе. Для жишки. Выдави, выдави. А сердце нельзя выдавить, как я погляжу. А, стоп. Короче, нам надо будет потом сделать сундуки нормальные, большие, и там уже, знаешь, реально рассортировать все адекватно. Потому что это не дело. 10 камней обожженных у тебя нету случаем? А, недостаточно места для... Чего? Так вот они ж слоты. Пустую. Да, он почему-то пишет, что там перебор. Угу. Понятно. Ну так, да. Есть кирпич. Срань какая-то. Куда бы тогда еще поскинуть бы? Сюда. Перья, клыки, бечевку. Так, давай, где там второй? Сейчас я десятку еще сделаю и пойду залажу. И все. У меня будет 400, и останутся только души. А, ну правильно, я сталь с собой вон стаскаю в громадных объемах. Да, все готово, осталась духовная сила. Ну, а это, в принципе, я могу и поносить, как говорится. Мяса ж много. Так, у меня свободно 47%. Точнее, забито. Только. Короче, бери, что-то тебе нужно, и давай, наверное, отправляться. Давай, уже выдвигаемся, я взял, что мне. Теперь нужно. Нам нужно, знаешь, куда? На. Блин, а я забыл куда. Короче, в гибельные курганы. Там есть ТП какой-нибудь? Ну, гибельным курганом, конечно, есть. Да, давай туда. Там, короче, в конце гора будет, вот это вот, типа... Мы ну, не ближе. Дошли, короче, да? Да, да. И там будет как раз вход. И там надо будет использовать кровь демона, и ты всосешься. Ты кровь демона взял хоть? Да, со мной 30 там или 35. Слабая скверня, что? Давай, юзаемся, да? Куда, по прямой просто? Да, по прямой, он через воду. Да я пока юзал,
Прокисерился, давай, я за тобой, если что. Соники, блин. Наруто Узумаки. Кажется, сюда, что ли? Сосался в стенку, блин. Хакаге! Нормас, пивас. Нет, не туда, давай, за мной. Справишься? Ах ты, сука! Мудак. Бездны душит, козел. Где-то здесь, короче, вход должен быть. А как он выглядит? Ну, круглая дверь такая. Как в этом, в Fallout'е убежище. А ты уверен, что прям здесь? Да. Зверина. В ухо прям. Просто надо найти и все. Так. А вот тут что? А тут кривой земель. Понял. Блин, уверен, да, что здесь? Да прям на 100%. Вот какой-то вход. Я нашел. Поминальный лес называется. И помянем же мы, братья. Да ты достал тут идти-то, ни хрен делать. Ну меня подожди, опыт там пройдешь. Да ладно, на самом деле я-то большего уровня, убивай. Но их двое, я бегу. Скверно фигачат гады. Танцовщицу надо срочно искать. Так, что тут, кого тут поминать? Ехать, они прям резаются тут, что ли? Хорош! Не многовато ли вас, ребят? Ну офигенно. Ему вообще пофиг. Блин, они... Живи, живи, нормально. Да что, живи, скверно. Мне-то они не пробивают, они... Ну я тоже скверненный, а шо ж теперь? Да ты знаешь, сколько у меня... Вон она, дверь. Паскуда, они тэпнулись, падлы. А, все, увидел. Они типа воскрешаются из могил. Уровень? Задолбал. Говнюк. Так, подожди, может у меня тоже уровень есть? Да, есть. Офигеть. Живучесть, ты говоришь, прокачать до третьего, да? Да, и там будет восстановление. Жажда жизни. Восстановление. Пошли. Давай потихоньку для пафоса. Хотя нам пафос, блин, уже 43 минуты носимся. Ай, жопа, лишь бы я замедлился. Ладно, что здесь, давай я открою. Да, суки. Вот, сзади, ёпта, бегает. Пиздец мой тупой персонаж. Я нажал Alt откатиться, он продолжает драться, и когда меня ударили, только тогда он откатился. Ну тут ничего нету. Да я понял уже, вот король холмов. Помаш там. А тут дверь? У вас нет необходимого предмета. На Е нажми. У меня... А у тебя дверь? Да. У меня нету двери. Ну давай, кидай кровь, я помажу. А, и ну откроется. Да, проще так, на. У меня просто дыра туда, в пещеру. Все, иди. Да ты уперся чисто в угол.
Вода. Ты реально вот четко прям в угол уперся. Но она у меня просто громадная, поэтому как бы там не видно. Вот он стоит, красавчик. Он как пасхалка, знаешь, здесь стоит. Пасхальник ролит, блин. Ау! Да хватит меня бить, пес! А чё он беззвучный? Нет, со звуками. Короче, это просто, просто большой тупорылый нежить. Вот и все. О, у него мечи на 28. Сухая древесина. И палки я возьму. Значит, я собрал что-нибудь? Да, диадема королей великанов. Но у меня оно добывается само, когда я пика его трогаю. Ну это странная хрень. Невозможно взобраться. А тут еще что-нибудь должно быть? Типа, может, вот, алтарь есть. Во, вы изучили новый талант. Усмиритель подземного короля. О, тоже да. И что это? Да хз. Да тоже ничего такого нету. Невозможно... Да я понял, что невозможно взобраться. Капа... Охренеть, у меня глюкануло, прикинь. Что глюкануло? Смотри, заходи в таланты, да? Таланты. И в выживание. Костер. Копатель? Да, видишь, у тебя тоже он изменился. Такая голова ящера какого-то. А, да. А, вот, светящаяся палка. Это, наверное, все, это я, дебил. Все, ладно. Короче, ну вот, она дает температуру, кстати. Защиту да. От холода, да, получается? Ну, нет, да. От жары. Нет, от жары, да-да-да, от жары дает защиту. Ну а чё, прикольно, вон, светящиеся можно настенные делать. Вот, ну, полуночный да. Алхимик. А, слушай, может этот бомж дал нам именно какие-то плюсы вот эти вот? Может он нам не давал, не обменивал на какие-то ресурсы, просто давал возможность что-то типа, ну, как изучение типа давал. Может быть. Своего рода. Ну мне вот надо кинжалы из звездного металла, короче, делать. А звездный что? Металл на севере, а как на север пойти, а хрен его знает. Подожди, 43, сейчас, секунду, пожалуйста, 43, а этот 46 бьет, но это туз. Слышишь, знаешь чё? Ну? Кинжал цареубийства, 35. И мы сейчас можем сделать это. Кинжалы? Да, кинжалы цареубийства. Парные? Да. А где они находятся? В... где-то там. Короче, заходи в оружие, в самый низ листаешь, тут будет усмиритель подземного короля. Чётко. Для нас. Ну да. Оружие. Все, улетаем. Продумано. А, гулять не пойдем там, да? Все. Ну давай, ну, да. Пошли. Уже, нет, да уже, ну, да уже хоть, время. Ну, ладно. Давай, домой. Сейчас посмотрим там кинжалы. Тем более у нас наковальня вот эта вот крутая стоит уже. Там по-любому должны все быть. Да, эти. Вот он, древковое оружие. Нужно брусок закаленной стали и толстой кожи 10 штук. У нас есть кусок закаленной стали? Именно кусок? Ну, брусок. Нет, у нас только 4. А там нужна сталь закаленная. Сейчас, где эти конфетки? Но у меня они... Вот, в самом начале. Кинжал цареубийцы. Да, вот они, да? Пара невероятно острых древних кинжалов. Толстая как... кожа, брусок закаленный. Ну, а, то да, же самое. Серьезно, изи делаются так? Нет, где ты закаленную кожу, ой, сталь возьмешь? 28, эти сколько? 35 давали? Эти, да. Эти закаленную бьют. Сталь? Да. Изи. Берешь, ну, давай. Железный брусок, закидываешь в печку,
Какую кечку, а? В обычную печку. А что там нужно? А, подожди, еще я вспомнил сейчас. Топить потом нечего. Сюда заходишь. Здесь нам нужна сера. Сера у нас там есть. Нам топить нечем. У нас сера до жопы. Иди руби дерево, что ты стоишь? Лентяя гоняешь. А ты что стоишь? Ну, я 72 этих сделал. О, я смогу теперь дыркету эту сраную посмотреть. Она же сломалась в прошлый раз у меня. Пролагайся, тварь. Чё, опять? Нет, вот она эта хрень. 400 кирпичей, 75 духов. Но я уже все это подкопил. Ехать у нас мёда. А пчел нету, да? Пчел нету, но мёда до жопы. Видать, они оплодотворяли её. Закидывай туда дерево. Ну, и ничего не делается. Ну, правильно, потому что еще не скрафтилось то, что нужно. А. Смотри, иди, залазь в печку. Сейчас. Быстрее, ёпта. Вот, смотри, видишь, появилось вон стальной огонь. А, все. Чашечка, видно. Смотри, видишь? Так нам это брусок закаленной стали нужен. Ну вот он как-то так же делается, вон, видишь? А. Ну нам много надо, нам полтинник нужен. Ну вот так и делать его надо, а чё? Чё ты хотел? А это... Вот, закаленная сталь делается. Нет, дёготь? У нас же до хрена дёгтя было. А, ну, он уже вот делается, он дёготь, я думаю, да. Чё. Не-не, всё нормально, я понял. Это чё? Посох какой-то, триумвирата. Триумвирата. Понятно. А, ну да, дёготь нужен. А дёготь? А я запамятовал, а где дёготь брать? Нехай тут и хора высосалась из этого, из мяса вот этого. Да? Угу. Тут просто... А где толстая кожа? Слушай, толстая, я же... Толстая, в кожевнике. Там есть толстая шкура. Может, ее в кожу превращать надо? Ну, там и шкура нужна, если чё. Так что... Нет, здесь толстая кожа нужна. Ну вот, толстая кожа, темненькая такая. 42 и 101, которая. Подожди, не вижу. Толстая кожа, первая она в слоте, рядом с палками. Я понял, я не то смотрел. Светлая всё. Просто кожа, а толстая она потемнее. Мухи Иди летают. Забирай свое. Клинок? Да, делаются. Горец! Теперь я, мать его, горец! Ну, еще нужны эти хрени. Я твои сделал клинки, теперь свой буду делать. Они ж 35 делают, да? Ну-ка. Да, 35. Ну теперь вообще просто. Отыщите легендарное оружие. Ну да, отыскал, чё. Хоба! О, ассасины! Ассасина! Уля-ля. Ассасина-на. Так. Делаются они долго, конечно, прям до жопы долго. Пойду рыбу в масло, переделаю. Заскочила тут, да, рыбка. Ага. Блин, слушай, тут свое производство прям можно открывать, реально, рыбную лавку. А, подожди, я же ее выдавливать хотел, точно. О, нормально. Почти 30-ку масла. Нафигачил. Тут просто, видишь, все вот так вот пораскидано. Абы как. Ну, я, да, там же. И вот это немножко подбешивает. А нужно именно какой-то угол такой найти, где что, раз, ты поставил. И, допустим, там... Ключи валяются, там какое-то, знаешь, оружие, какие-то верстаки, которые вот на разборку потом делать. То есть вот так надо все это как-то отфильтровать.
И будет счастье. Блин, мне не хватит, прикинь. Я еще сделаю. А, ты еще 5 засунул. Да, 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 там потихонечку просто они медленно делаются. Поэтому как бы закаленную сталь мы можем делать. А вот звездная уже добывается, к сожалению, на севере. А как на север попасть, неизвестно. Кстати, да, я так и не нашел статью. Надо как-то броню улучшать, потому что я видел чувака, который, ну, переживал чистку. Кстати, что у нас по чистке там? Блин, одного не хватило, серьезно? А, ну тут один есть прям в идеале. Давай, да я, все, еще, хватает, я еще да сделаю. А, ну давай. А то что у меня лежат эти хрени? Эй-яй-яй-яй-яй. Благо все восстанавливается, если отменить я хотел. Я надеюсь, что клюки тоже... сделать хотел. Не, нет. Я на свое оружие нажал, и оно отменилось. Mm-hmm. Так, Нордхеймский лучник. Время накормления 6 дней. Нормально. А эти типа вообще не жрут или что? Они просто стоят, как лошары вкопанные. Отыщи легендарное оружие. Просто вес 50. Пошли. Куда? Пробуем. Да, пробуем. Да, на этих пробовать нет смысла. Да, как раз таки эти были жесткими. Я думал, их хорошо буду проносить, а нифига. Им даже 4 удара, ну, не хватает, чтобы они сдохли. Доверяй. Один удар, да? 2. Тихо, это мой. Ну, спасибо. Не, да он... Да он уже полуубитый, мочи. Ну, тогда твои те 3. Разбирай их. Мне ты их тяжелее мочить. Да не скажи. Я, блин, там пока потыкаю, ты их уже разобрал. Ну, ты тыкаешь их, блин, 2 раза, а я их могу тыкать, блин, 5 раз. Да не. Хотя здесь, блин, думаю, больше, чем на десяток увеличился урон. Ну и чё, как? Сейчас. Ну нормально. Шатает от души. О, масло. И рога. Да, вообще отлично. Чего ты там, ёптать? А, мы ж так и не сходили мне эту. Срань. Да сходим за кадром, изучить. Чтобы запись. Да. Да. Лишнего не было. Ладно, я друзья. Думаю, да. На это можно тормознуть, в принципе. Ну вот, 2 убили босса в следующей серии. Тоже, может, кого-нибудь убьем. Может, не убьем. Я, вот. Честно, там нету просто информации. То есть я нажимаю на других боссов. Я знаю, что 2 на севере, это в вулкане. И рядом с вулканом еще, вот как ты поднимаешься наверх, там что-то еще будет. А касательно остальных, их еще где-то то ли 2, то ли 4 еще. Про них вообще информации нету. То есть, может, на других сайтах есть, но вот на этом, на котором я смотрел, там ничего нету. Поэтому посмотрим. Надо еще разобраться именно, как броню усилить или какая броня для севера нужна. Потому что вроде у нас как защита есть от холода, но при этом нету. Что тогда меховую делать, мамонтов эти мочить? Странный. Странно как-то это все работает. Парадокс. Да. Вот, на самом деле был Hamster Dead, Unziron, игра Conan Exile. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте рассказать о нас своим друзьям. И до скорой встречи. Всем пока, ребята. Всем пока-пока.